Марина Свиридова. История одного пса. У входа в магазин стоял озябший пес. Он был совсем один. В глазах немой вопрос. Ходили люди рядом, его не замечая. А он ловил их взглядом, о помощи взывая. Скулил себе тихонько, хвостом виляя слабо, и было ему горько и очень непонятно. А с неба капал дождь, такой холодный, серый. По телу била дрожь, и ветер злой, без меры. Стоял он целый день, надежды не теряя, и верил все ж в людей, слюну свою глотая. На день клонился к ночи, никто не подошел, закрыл наш песик очи и в мир иной ушел. Давайте же не будем мы черствыми людьми. В потоке серых будней откроем свет души. И меньшим братьям нашим мы будем помогать без всякой лести, фальши, любовью окружать.